Паш, играем с Выксы. Пожелать команде перед этим матчем что можешь? Только победы могу пожелать команде. Борьбы. Ну, побеждайте, все. Только победа и черта. Почему вообще Чертанова? Почему начал болеть за эту команду, все матчи? Ну, с одной стороны, удивляет, с другой вот именно почему? Ну, родной район, в принципе, появилась команда, давно об этом мечтали. Да. Ну, плюс еще к тому же, скажем так, в высшем футболе у нас продается все, покупается, а здесь ребята, которые выпустились только со школы, играют с мужчинами, как бы уже со взрослыми, с такими. Вот, и, ну, только... Даже не знаю, что сказать еще. Просто, ну, болеть за команду захотелось. Так. Плюс еще к тому же, как бы, Александр Котов, капитан команды, сосед мой, дружим с детства. Ну, поэтому так получилось, пришли, понравилось. Сначала как бы с одним Александром общались, потом все ребята как-то родными стали. И вот с каждой игрой только радует нас. Ну, поэтому хочется ездить за них, болеть. Чертанова, есть, появляется дополнительный интерес к команде, может быть, кто-то другие болельщики интересуются, и со временем должна побольше быть ваша группировка, скажем так. Да, ну, группировки не будем это называть, а то это так звучит. Да, я надеюсь, да, то, что будут появляться еще болельщики. Вот, в Рязань ездили ребята, которых мы не знаем, потом общался с ними в интернете, в принципе, достойно сказали, придут на матч. Ну, вот в Икс пока приехали с своими друзьями, не знаю, дальше посмотрим. Как вы к Иксу добирались, сколько времени это занимает? Вообще это приключение или, в принципе, все нормально? Ну да, это своего рода такое у нас приключение получилось. Ну, сели вчера на поезд просто с ребятами, да, завалились спать просто. Приехали сегодня в 5 утра, погуляли по городу, перекусили, встретились с болельщиками в Иксе. Тепло очень нас встретили. Сейчас, в принципе, до матча будем с ними общаться, беседовать, потом футбол, дальше отдыхать.